Приветствую вас, друзья, меня зовут Конор, и сегодня у нас на рассмотрении игрушка Houndsman the Orphan Age. Охотник и детский дом, детский приют, ну что-то в этом роде, ну ладно. Честно говоря, игрушка немножко похожа геймплеем на Daylight, где девушка тоже ходила с телефоном по психбольнице. Так, это что? Это за кого, наверное, играть? Будем за мужчину. Cynical, if you must, but I never blindly believe the fables and fairy stories the other kids seem to lap up. Instead, I was the one who pulled Santa Claus's beard off in the shopping mall and whispered to the next kid in the queue. Наверное, историю включу. Версия 0.76. Спасибо, но музыки я уже наслушался. Ладно. Call me cynical, if you must, but I never blindly believe the fables and fairy stories the other kids seem to lap up. Ну ладно. Instead, I was the one who pulled Santa Claus's beard off in the shopping mall and whispered to the next kid in the queue, "He's a fake." But I must say, I have become intrigued by the huntsman myths and legends. Are they? К сожалению, игрушка полностью на английском языке. И игрушка, насколько я понял, сделана на доске Unity. Ну ладно. Please help me! He's right there. Tick-tock, must he take you too? Tick-tock, tick-tock. Please help me. Ладно. Так, вот, видимо, куда нужно идти. Ладно. Так, там мэф, по-моему, фонарик был. Выключаешь ты гребаный фонарик. А, он включил. Какой-то слабый фонарик. Что есть, что нет. Ну ладно. Вороны на вильте. Интересное зрелище. Неплохо. Так, теперь, походу, у нас выбор. Пойти прямо налево или направо. Давайте пойдем все-таки прямо. Интересно. Парты. Склад. Да, это склад еды. Ну ладно.
I must look pretty for Mom. Please, help me. Help me find my ribbons. What the fuck are you doing? Где заблудиться, в принципе, расплюнуть. Еще если я знаю, что здесь еще кто-то выходит. Так понял, тут мы маленькие, взрослые были. Ну, не взрослые, такие подростки. Да. Так. Beware the huntsman, for he lurks when you least expect him. Там мальчишка какой-то. Так, ну ладно, пройдемте. Lie hedgerows set in puzzle maze. Twixt these rows, 12 headstones lay. Reach them all to save the day. But patience, first, seek out a key if you're to set the lost ones free. This key to mysteries yet unseen unlocks the gate on Halloween. So on October 31, bring key to gate, the spell's undone. There are souls to save, and work to do. But now, the huntsman's hunting you. Опускайте телефон. Да, как видим, у нас телефон называется оператор. И это типа как бы подобие на iPhone, я так понял. Еще один склад. Или нет? Ну, скорее всего, только это склад уже не еды, а мебели, стулья, хотя нет, здесь мешки есть. Что у нас здесь? Здесь шкаф какой-то, который я, походу, открыть не могу. Так, что у нас под лестницей? I can hear him.
still. Так, это уже встает интересно. В то же время и страшно. Так. Ах, твою ж... Many mean well, but alas, cannot always be trusted. For this pitiless blackness casts strange shadows on the soul. Это такое, я не пойму. Для этой игры еще и актеров подбирали. Это какие-то обрывки из фильма. Не знаю. Что сделал? Двери закрыл или что? Которые каким-то магическим образом появляются у нас на телефоне. Ну ладно. Раздевалка или что-то такое. Это похоже тоже более чисто комнаты, но почему не в подвале, я не знаю. И почему в одной из комнат гробы? Потому что подвал просто как бы хранили все, что не нужно, или на потом. Конечно, в детском приюте гробы не очень разумная идея держать, даже если они и в подвале. Фонарь. Ну, ладно. В принципе, все были детьми, все. Так. А вот и это. Взяли, и что нам с ней нужно сделать? Куда нам ее отнести нужно? Я так понял, нужно идти найти этого мужичка и отдать ему эту коробку. Ну, интуитивно было бы так поступить, но я, в принципе, не знаю. Так. Эта коробка должна была, чтобы нам выйти отсюда. Так, может, теперь мы сможем хотя бы выйти отсюда? Нет, не сможем. Так.
You can trust me. Your life depends upon it. Опача. Чертак. На чердаке ничего интересного я, в принципе, не вижу. Чердак как чердак. Книги, хлам. Так, 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 так. Так. Так, вот и игрушка. Так, ага. Секунду. Это непонятная игрушка. Может, ее нужно сюда положить. Теперь не знаю, как нам коробку взять или игрушку. Все, возьмем коробку. В принципе, игрушка у нас не было ничего. Так. Мне появилась идея сходить назад на тут перекресток. Опять доска. Видеозвук немножко отстает, ну ладно. Так. Что здесь? Картинка у этого мужика. Так, здесь лавочка. Ух ты, ё-моё. Крест. Так. Это уже интересно. Тот мужик, видимо, был священником. Это в класс выход. Забирай коробку. Так. Выходим отсюда. Я назад на перекресток. Help me. Help me find my ribbons. Интересно. Так. Where are my ribbons? Rupert told me they were here. But the branches, they scratch my face so. Так. My ribbons! Куда-то мы пришли. Это за этого дома было. Мы его обошли, да? Ага, наверное. Да, мы не пройдем. Ладно. Кирпичи валяются. Так. Хм.
Так, и что? Сходим сюда, мало ли. Тут завал. Тут дерево. Ну ладно. Так. Блин, я уже заблудился в этом лесу. А, мы вернулись на перекрестку. Ну ладно. В принципе, на этом все. Что там? И... Ну что, в принципе, там вы узнаете уже, когда скачаете сами игру. Ссылочка на игру, как обычно, в описании. А меня зовут Коннор, друзья. Всем удачного дня, хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И играйте только в хорошие игры. Всем до скорого. Пока.